25 декабря, Рождество по ильянскому календарю, время, когда многие мечтают оказаться в католических странах, где эта дата отмечается с большим размахом в сравнении с Новым годом. Уголком Европы со всеми традиционными атрибутами и атмосферой стал на этой неделе бутик «21 век VIP», знакомый модникам города по люксовым европейским маркам. И мы с Ольгой сами недавно вернулись из Италии, где буквально сегодня, 25 декабря, закрыто все, включая Эсселунго. То есть, если люди хотят купить еды, они не могут никуда пойти. Там действительно это очень важный праздник. И так как мы занимаемся итальянской и французской модой, то мы решили приурочить это таким вот образом. Мы решили именно в этот день собрать наших друзей, клиентов, да, потому что наши клиенты – это для нас друзья. Естественно, для нас это предновогодняя встреча. Что у нас в программе? Значит, у нас в программе фуршет. Подготовили именно такой итальянский фуршет. А потом у нас будет дегустация именно итальянских вин. Очень хорошая идея. Мы вот только что с мужем пришли и обсуждаем. Мы обычно в Европе всегда встречаем Новый год. А здесь получается, что мы попали в Европу. Самое главное, что Ирина Леонидовна, хозяйка этого прекрасного места, она вдохновитель и на протяжении уже многих лет поддерживает такое состояние и такую красоту в городе Челябинске. С компанией «21 век» и с Ильей Мироновым связывают теплые дружеские отношения. Поэтому я хотела бы пожелать процветания, благодарных клиентов, полной чаши, любви, волшебства, чудес, потому что это Рождество – прекрасное время. Больше позитива, улыбок и побольше дарите нам эмоции, красоту и украшайте наш город своим присутствием. Но все же бутик не был бы бутиком без фотосъемок и разговоров о текущих тенденциях и остромодных новинках. За фото в этот вечер отвечал фэшн-фотограф Дмитрий Болотин. С новостями из модной столицы выступила Ольга Миронова. Хотим разобрать такие очень сложные, интересные луки и разобрать, может быть, как можно носить необычные вещи. И еще мы хотим поговорить о смешении стилей. Есть стереотип, как можно носить определенные вещи. Да? Например, даже мы берем спортивный костюм Филипп Лейн, очень нарядный. Обычно его носят костюмом. А мы хотим предложить, как можно разбивать и такие немножко нестандартные решения. Или как можно из одной вещи, то есть это может быть как вечернее платье, а если его немножечко совсем по-другому представить, да, правильно подобранные аксессуары, потом можно на каждый день носить. Мы хотим показать, что вот эти вещи – это как вложение. То есть не то, что иногда говорят, зачем мне это платье, да, мне подруги, я его раз одену и все. И вот мы хотим разобрать, что на самом деле вот такие вещи, да, первых линий, они не выходят из моды. То есть это тренды, которые, они не длятся сезон-два, то есть это на несколько лет. И на самом деле, то есть можно сначала вот так представить, прямо на вечеринку одеть, потом, меняя аксессуары, можно абсолютно по-разному обыгрывать вещи. Вот это мне очень интересно. Это основная причина, по которой пришла. Потому что Оля, это, наверное, в Челябинске единственный человек такой. Вообще она знаменитая, мне кажется. На Россию все-таки входит бутик в 100 лучших бутиков России. Вообще по вещам, которые здесь продают, видно, что Оля отбирает такие коллекции, что которых нет даже в ЦУМе. То есть у нее вкус и выбор, и очень хочется ее послушать. Это, в принципе, моя основная причина, по которой я сюда пришла, прислушаться к ней, чтобы это человек, которому можно доверять в моде. Кстати, канун Нового года – время подводить итоги, в том числе и модные. Гости вечера поделились с нами своими открытиями, новыми любимыми марками и стилевыми решениями. Именно вот 17-й год, прошедший год, он был такой пиковым именно вот по спортшику. Сейчас много одежды приходит именно спортшик. Но мне очень нравится вот образ, который создает специалисты 21 века. Вот конкретно образ вот Александр Терехов, мой любимый дизайнер. Мне очень нравится его одежда, и я ее могу приобретать только здесь. Именно только 21 век привозит эту одежду. Это спортивный костюм, да, это спортшик. Спортшик, и вот, и мне очень комфортно, удобно, это модно сейчас, и я с удовольствием ношу вещи, которые приобретаю в этом магазине. Что может произвести такое особое впечатление, это, например, сочетание несочетаемого. То есть можно одеть, допустим, длинную юбку, которая издалека может даже показаться где-то классической, а она с ботинками без каблука, либо с кроссовками, с свитшотом или с джемпером, и смотрится очень классно. Ну, вот как бы сочетание несочетаемого.
Вот так бы я это назвала. Я очень хотелось бы сказать, что для себя я открыла в этом году очень новую марку. Это марка Wandering. Вы можете сегодня посмотреть сегодня на мне. Очень хорошая материя, очень красивый дизайн, доступно по цене. И вы будете выглядеть индивидуально, сказочно и неповторимо в новом году. Так что, если хотите встретить Новый год, а год собаки, именно яркой собаки, должно быть золото много. Собака любит золото, потому что это собака определенной тут, так скажем, раскраски. И в этом году надо вот встречать что-то ярким. Наше праздничное настроение и стиль не в последнюю очередь определяет красота вокруг нас. А потому окружить себя ей в интерьере, одежде – дело весьма важное. Последнее подтвердят все гости этого вечера и наша съемочная группа.